В воскресенье 16 октября в пункте сбора и формирования пополнения в Твери выступил певец и музыкант Александр Маршал. Перед концертом он рассказал, что с начала спецоперации выступил перед военными во всех госпиталях столицы и Московской области, а за 8 лет на Донбассе побывал не единожды. И каждый раз он брал с собой любимую гитару, с которой приходилось выступать в условиях, которые трудно назвать комфортными. После каждой такой поездки артист набирал материал, который является не придуманным, а самым, что ни на есть, настоящим. В этот раз прозвучали самые известные его композиции, в том числе посвященные Великой Отечественной войне. Артист поблагодарил мобилизованных за преданность Родине и сказал, что будет продолжать свои выступления. В июне месяце был в Донбассе. И ну, просто я по-другому себя не мыслю. Это моя страна, вы мои братья. Как сейчас нам надо быть вместе, как никогда. Александр Маршал в этот же день выступил также в ККЗ «Панорама» с программой «Мысли вслух», которую зрители телеканала «Тверской проспект Регион» увидят 29 октября в 21 час. Возрастное ограничение 6+.